мыслить. И тут нужно, например, да, клавишу нажать, и сейчас надо, надо заниматься, потом ты справа клавишу мыши и добавить на рабочий стол, значит. Нет. И в связи с этим... Ну, тут есть... Это заодно я задумался. Бунты... Я пропал. А тут еще есть... Стены монитора. Лучше, чем 1.7. А 1.7 там сразу процессоры, 4 графика, 4 сразу ядра не показывают. Не 4, а 8. Такого графика четкого нет. Это что снимаю видео, там нужно увеличить скорость. Интервал измерения на секундах, 5 секунд, измерения на секундах, чтобы теперь не Это у меня вообще не нужно, чтобы записывать видео, чтобы
смотрит, смотрит приложение, не может работать. Новый бунт. Это делает приложение Ubuntu 14, потом обновление Ubuntu 16, потом обновление Ubuntu 17, поэтому выпустить это настроение Ubuntu 14 однажды выбрал контрастную схему черную, вот такую черную белую, потом хотел ее убрать, скажем, вот это я начал убрать, что-то не получалось. А потом я все же сделал, но вот это станет. С обновлением немножко не только на этой системе она застревает, но и на удаление. Что-то там есть. Может, кто-то в этой заниматься обратно на другой поверх. Если найти, если кто-то анализирует, может, она лучше будет. Но вот как этот на этой выберет. Попробуйте посмотреть, у меня свойства какой-то, что-то. Они такие скромные, но я не пишу, как называется. Еще работает как персональная машина, с памятью работает, тут когда приложение удаляется, оно все равно будет работать с памятью, как по-другому, чем в Windows. В Windows невозможно удалить, если память у нас нет, это невозможно.
версия разобрать. Все равно консоль удаляет. Может открывать. Но программа не работает на кабу. Это вот с моего фона много только плюс сделал, с новых фона я тут на куту сделал. То есть у нас попробовали с новых куту, может нормально, может лучше работать. Но не так важно. Все равно, когда она может приостановиться, чтобы сохранилось место. И как бы приближающая, именно она может приходить на этот индекс. И тут мы очень хорошо, чтобы там фонд настроили. И теперь очень много видео, например, раньше у меня затормозило на некоторых моментах. Я, например, смотрю видео на ютубе и высоком разрешении. Помню, пока начну тут снимать 20 минут, камера, вот это покажу. А тут что-то по настройке может взять. Вот у меня такая графическая карта по цене спец. Можно так. Вот тут кладет почему-то. Я не понимаю, что это там OpenGL, что он там делает. Или это связано с 3D, с 3D или с 2D тоже связан. У них какой-то сразу конференции, да, у меня какой-то новый конференции. Тоже не понимаю.
длинной территории. Даже шахматы играют, перемещая фигуру, они так назад ставят GPS. Но теперь вот, что ты тут сделаешь, теперь все быстро отходит. Теперь уже не надо мне ничего на видео карту покупать. Еще 2080 и 600 FPS на всем экране, но не видео тормозило, теперь не тормозит. А температура 74 градуса, а спокойно 70. Вот еще допустимо, я знаю, что не успею. Как она поднималась, видно, что-то я настроил, что она стала использовать полную программу видеокарту. Компьютер начал использовать. Если у меня обычно там где-то на 50, на 60. Стрелок максимум. Но было не понимала статистику. Вот теперь. Потому что снимаю видео 60 FPS в секунду. На таком разрешении. Поэтому он по полной программе загрузил эту карту. Видеокарту. Может еще и процессор подключился как-то не по обработке, что получить надо. Вот эти, что очень много вот этих всяких подмену, таких вот значков, это нехорошо. Это трудно как бы. Вот и есть сенсоры, вот это градус одного процессора, ядра второго, третьего, четвертого. А нет. Хранитель экрана какой-то, хранитель уже, эти LCD экраны, они уже давно не нужны, никаких хранителей. Вот, не запущен еще, как
такой демон. У меня не нужен этот комитет. Вот таких бестолковых функций по именно пичками. Но это не страшно. Это чтоб грустно не было. А вот еще файлы вы глянули юртхунарии настройки. Его нельзя убрать и другой поставить. Там можно еще там какие-то дополнительные пользоваться, но его заменить. Выглядит нормально. Управление цвета. Похоже, не работает. Нет, грузится вроде бы. Запись. Резервные копии мне не нужны, некоторые там вроде бы их там нужны, некоторые рабочий стол. Это, видимо, для другой оболочки возможно, это те настройки, вот поэтому они тут болтаются. Вот выбрано заполнить цветом фона, но это не работает. Это для чего-то, для другой оболочки, видимо, что. Где как бы лишние настройки получились. Программа и обновление. Другое по обновлению. Вот я выбрал автоматически проверять наличие обновления каждые 2 недели. И когда есть обновление безопасности, автоматически загружать и устанавливать. Я выберу показатели. Показывать ежедневно. Каждые 2 недели настроить, чтобы интернет попусту и ресурсы процессора не использовались. Вот участвуйте в обновлении, там не такие важные, и не только будет все только мешать. Если стабильная система, она должна не так часто обновляться.
Вот тут, в этом меню я нашел дополнительные драйверы, и тогда установил вот этот NVIDIA драйвер. Вот этот. Когда появилась вот эта меню настроек. Вот у меня он уже использован. Раньше был вот этот использовать. Раньше вот этот использовать. Не знаю, где мне стоит отключить силу. Раньше так выдало, так тормозило. Будет по времени играть. Забирает. Не хочет Владимир забирать. Пешки побить, чтобы он уже не мог выиграть. Но тут уже не заставит проблемы ему поставить мат. Вероятно, это будет не то, что я туда настроил. Вот это вот выбрал, и вот это еще было тоже.
используете интернет-драйвер, используйте набор внутренних пунктов команд для процесса FSO. Вероятно, это все ускорило видение. Вот. Если вот это я сделаю, тогда вероятно все. Вернется как было, но... Я пока снимаю видео, это еще видео. Стрянет, поэтому я это потом может пробовать проверять, теперь пока не буду пробовать. Наслаждается атмосферой такой из всяких там бульонов, микрософтов, вылазящие, все напоминающие там что-то время не себя выбирающее. Такая спокойная атмосфера. Через эмулятор скайп спишем Windows. Ну и так я скайпил Linux Server, поэтому я нормально работаю. Не нужно Linux. Firefox еще есть, но я не пользуюсь.
жизнь, которую люди опозывали на их пользу. Такая маленькая ветра. Вот это вот. Такая вот вещь. Уголовка. А буквы большие. Это вот экономится как бы экран. И тут вот маленькая эта вот полоска. Экономится. Другие такие распухшие, но с ним много места занимает. Либо принимать много экранов. Но тут еще есть и убунтовский браузер строил. Он там завис, в общем, сломался. Он теперь тоже, наверное, завис на этом. Открывал тут они все изображения. Сразу как вырос потребление. Потому что вот это все, чтобы изображаться, вот особенно для увеличения экрана, много процессорных ресурсов занимает. Это уже не видеокарта. Процессор уже обрабатывает. Это вероятно, что видео тогда больше ретрейтом увеличивает, который записывает. И тут видеокарта тоже на максимум не работает. На своих 567 МГц максимальный драйв клок. Memory transfer тут тоже максимальный. Процессор клок карты тоже максимальный. Работает максимальных оборотов. Процессор
компьютеры, как бы материнской платы тоже нам. Вот. По очереди ядра тоже на максимальных оборотах работают. Лицензия до 5 метров. Сразу уменьшится. Это два уже системных монитора, что-то не заметил. Не заметил. Нет, не понял. Второй пропал. Нет, это типа работает на максимальных оборотах, потому что записываю видео. Ладно, понятно, что уже 80. Сам будет 17 мегабит в секунду и интернет, и вход будет нажимаю за секунду пинг. Вот попробую показать свои старые видео, как у меня раньше лагало, когда я записывал Windows. Ну это вначале видно, что вот эта программа, это на Windows записывается. Вот мне там какой FPS, 10 FPS, там. Это и то. И то это не весь экран записывается. А сейчас эти слухи весь экран, это вообще 4 FPS. Вот, очень качество. Все там уменьшалось, как только не лагало. Только как меньше лагало. Тут вот на 60 FPS записываю и не беспокоюсь. Вот как видно, как... Это не вживую, это... Это игра, как бы... Где тут? Как бы компьютерный анализ. Его иметь. Вот. Сколько там FPS? Скорость. 8,59 FPS. Пункты показывают. Вот это просто не полный экран, а 8 FPS. И теперь даже вот всякие полосы, я улучшал качество видео. Поэтому так только может, как можно меньше было, можно больше FPS было, от 80 не
Этот не вынес. Там вроде бы драйверы от своем видео все установили как надо. Но все равно ничего это не помогло. Вот как я перетаскиваю свой лайк. Подведу итоги. Это же нужно лежать, это все. То есть там видео можно нормально смотреть, а нельзя было. Вот есть этот приличный минус, департик, который можно диски менять размеры. Все бесплатно. Вот эта записная программка, это лучше, чем там. Тоже свободно, но на там полно всяких багов, FPS мало записывает, и еще что-то. Тут бесплатно и намного более качественно, чем та программа. У меня сразу записывает файл и видео. Вот тут записывает, вот у меня тут вроде бы уже это прошлая моя запись. Но вот тут сразу бы записать, что я кончу запись. И пока принесу. Это вот что, программа некоторая. Вот тут попробуем найти программу. Градусы многоточие, я понял, что акцент это очень горько, невкусно многоточие, бодро. Будьте осторожны со... Вот тут есть другая программа, тоже такая самая.
Но тут, когда ее запускаешь, вроде бы пропадает все другое. То есть нужно, чтобы не было никакой записи, звука никакой не использовался. Ну попробуем. Это выклины пустые программы. Это потому, что вы заняли этот как бы порт, он уже не может. Нужно мне запись перебрать. Прибрать, когда она сможет работать. Так пока звука никакого не будет. Что можно виндовской программой это пользоваться. Yeah.